У нас были щеточки замочены дня на три в щавелевой кислоте. Вот сейчас вот я их, этот раствор слил, сполоснул водой. Нужно будет мягкой щеточкой почистить. Вот что мы видим. Видим, что основная масса налета ушла, но осталось еще некоторое. Придется по второму разу заливать. Вот, а здесь веселее. Вот эта кварцевая щеточка. Видите? Налет весь ржавый шел. Вот на этой тоже в основном ушел. Но можно еще разок ее замочить. Потом придется вот так вот обрезать. И уже будет продукт, образец интересный. Ну это никак ничего не получилось. Еще раз замочим. Вот здесь основная масса ушла, что-то осталось в желудках. Я сейчас не буду показывать. Да, в принципе, можно вот этой щеточкой вот так вот почистить. Становится лучше, но все равно еще на одну ходку, еще на один заход. Вот, а на этих кристаллах было немного, но все ушло, они стали чистенькие. Достаточно одного раза. Вон, даже не видно стало совсем ничего. Так что вот, если получилось, значит получилось, нет, значит загружаем еще разок. Можно концентрацию побольше сделать, можно хорошо промыть. Тоже еще на раз пойдет. И так далее. Самые щетки я делал 3 раза, иногда 4. Но в конце концов этот налет все равно исчезает.